Сегодня мы готовим настоящую итальянскую пиццу Quattro Uno. Секрет приготовления пиццы в тесте. Подробности смотрите на сайте «Экзотика. Стиль жизни». Могу сказать только одно, что тесто не просто замешивается, а отбивается о гладкую ровную поверхность, пока не станет исключительно эластичным. Кладем его в кастрюлю, накрываем влажной салфеткой и ставим в теплое место для того, чтобы оно увеличилось минимум в 3 раза. А сами в это время готовим соус из помидор и лука, а также то, чем еще мы будем фаршировать пиццу. В данном случае мы взяли остатки с праздничного стола. Это язык, салями и банка консервов сардинелла в томатном соусе. Quattro Uno. Мысленно мы разделим пиццу на 4 части. Одна будет покрыта оригинальным соусом. На одной будет язык, на третьей салями, а на четвертой рыбные консервы. И когда вы будете закусывать этой пиццей, вам не наскучит, так как 4 разных составляющих внесут свое разнообразие. Кушайте и наслаждайтесь. Подробности на сайте «Экзотика. Стиль жизни». Ждем, когда наше тесто будет готово, и будем готовить пиццу дальше вместе. Посмотрите, как хорошо выстоялось наше тесто. Оно увеличилось в объеме втрое. Теперь мы можем его раскатывать, выкладывать на противень и украшать начинкой. Вот мы с вами полностью подготовили пиццу для того, чтобы поставить в духовку. 1/4 пиццы у нас покрыта салями, затем сыром. 1/4 это язык, покрытый сыром. 1/4 будет рыбные консервы. И 1 классическая пицца, соус и сверху сыр. Вот так выглядит наша пицца в готовом виде. Мы ее порезали. И можно подавать к столу. Можно подать пиццу с салатом летним овощным. И использовать с ней бокал красного вина. Мы рекомендуем Малбек. Южноафриканская Санта Джулия. Кушайте и наслаждайтесь. Готовьте вместе с нами. Попробуйте, и вы не сможете готовить по-иному.